Итак, КАМАЗ 5115. Это будет сельхозник двухсторонней разгрузки с одним цилиндром. Кузов длиной 5,30. С блокировками, как вы видите. Здесь 48 зубьев редуктора. Евро 2, 54 коробка. И... Так, Евро 3. Неправильно говорю. Евро 3 Bosch. Евро 3 Bosch, друзья. Колеса камерные. Это для клиента из Ростова-на-Дону. Вот. Который уже достаточно давно за нами смотрит. И вот сейчас заказал машину. Все главное должно быть качественно. Здесь действительно будет качественно, друзья. Кузов тоже с нас. То есть общая сумма, Виталик, не помню, примерно что-то 2200-2150, что-то такое. Поэтому обязательно посмотрю, что потом уточню. Это по основам по безналичному расчету. Такие машины в лизинг, к сожалению, не продаются, потому что они так очень быстро уходят. Вот. Кабина будет оранжевая, хотя мы собирались ее сделать желтой со спалкой. Ну вот, как-то так. Полный капитальный ремонт.